Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппет, а мы с вами продолжаем играть в игру Metro Exodus. В прошлой серии мы остановились на том, что, ну, в общем, неважно, на чем мы остановились, вы немножко поиграли. Но дошли мы до того уровня, где нужно найти, где нам Крест дал задание достать дрезину, предохранитель, в общем, чтобы мы прикатили эту дрезину и что все починили. Еще самое забавное, ребят, по поводу гитары. Я нашел гитару для Степана, но она, якобы, я ее забрал. И я не обратил внимания, мне что-то засчиталось, какой-то опыт или что-то в этом духе, то есть что-то засчиталось или нет, потому что когда я подхожу к нашему локомотиву и подхожу к Степану якобы дать эту гитару, потому что нужно было ему дать, так как он обладает этим даром, и Артемка тоже, ну то есть хорошо играет на гитаре, но, к сожалению, никаких действий нет. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это будет в дальнейшем, эта гитара где-то засветится. Может быть, это у меня баг был. Но я ее забрал вот там вот, на самом верху. Окей. Но на данный момент я, наверное, отклонюсь от сюжетки основной и пойду... знаете, куда пойду? Пойду вот на этот вопросик, который... Прямо вот так по курсу. Да, блин, неудобно, ребят, неудобно. Вот туда. Окей. А чтобы туда добраться, нам нужна какая-нибудь лодочка, которая была вот здесь вот, и, по-моему, она сейчас на той стороне находится. Круто! Еще вон там есть лодочка. Так. Ну, это тоже все на той стороне. А на этой стороне у нас есть что-нибудь? Ага, вон там пирс. Там какая-то лодка. Так, окей. Да, пойдемте туда тогда сходим. Пробежимся. А в целом, сейчас немного поговорю... Так, она мне одет? Да, одет. Вообще, игра Метро мне нравится, но я говорил это на стриме, был стрим по этой игре, к сожалению, стрим это стримом, это понятно. Но летсплей это летсплей. Летсплей немного больше погружаешься в игру, как-то вникаешь в весь процесс, потому что не отвлекаешься на чат, и все в таком духе, как-то слышишь более атмосферные звуки, которые тут издают персонажи. И не только окружение, и хороший пазик. Пазик, я помню. Ох, я помню, я был пассажиром такого пазика. Эх. Да, именно вот эта коричневая еще обмотка здесь была. Ёшкарла, ну блин, что ты будешь делать? Да. Еще всегда забавляло вот эти две штуки. Я думал, что это за фигня? Тут такие сеточки были натянуты. А это, оказывается, у нас тут стоит радиатор и вентилятор его охлаждает. А здесь просто что-то, видимо, еще было. Ну, я не знаю, я на тот момент был маленький шкет. Ну да ладно, это полная совдавить была. Мы двигаемся дальше, ребят. Окей. Так, вот она, лодочка. Да, мы сейчас переправимся на ту сторону. Там, правда, есть враги, которые мне совсем не нравятся. Слушай. Так, а что я тут могу сделать? О, нет. Пошел вон отсюда. Ну, не говори, что ты меня заметил. Нет, он меня не заметил. Круто. Что, ты будешь бегать вокруг меня? Ты мне не нужен, понимаешь? И этот... Машинка мы видели. Вообще, в целом, конечно, воссоздана... Савдепия офигенная. Просто офигенная. А-ля такой сталкер, знаете... Мы что-то застряли. Что за хрень? Давай задний ход. Потом вперед. Все вот это... да блин! Ржавчина текстура. Облезла краска блезшая. Стоим на месте, крутим весла. Господи ты, боже мой. Крути назад уже, давай. Вот, а теперь... Что ему мешало там тронуться? Отлично. Все, ребятки. Мы выбрались. Хо-хо-хо. Ну, игра меня зацепила, мне она нравится. Типа мы приплыли, да? Обидно. Нельзя было просто нырнуть. Ну да, нырнуть просто нельзя было. Так, окей. Я вообще туда иду. Я хз, ребят. Ну, а тут можно наверх забраться? Или тут только... Да, тут только сверху вниз можно скатиться. Окей. Зилочек стоит, зил, эх. О, тихо. Там кто-то бо... Вам не слышно? Но мне слышно, там кто-то говорит. Кто-то кашляет.
Мы, конечно, попробуем это все в Хайге пройти, ребят. О! Привет! Нихрена тебе мундирование. Нет-нет-нет, не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся. Нет-нет-нет. Тихо-тихо, родной. Опа! Отлично, ушел. Один ушел у нас. Опа, спалил. Ёперный ты городовой. Так, нас спалили, ребят. Я эту падлу прижал! А, да прижал, прижал! Ух, какой у тебя шлемак! А чё я стою? Хороший шлем. Ты пулю мою выдержал в голову. Опа, опа, опа. Бежит, 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 бежит. Возмущается, ребят. Еще ругается. Петух за колонны. Я тебе сейчас покажу. Ох ты. Мне, блин, больно было. Отлично. Как мне нравится этот ствол, ребят. Опа. Блин, ничего не видно, солнце светит. Так, это что у меня? А, это у меня пукалка, я понял. А, вон он. Отлично. Уп. Можно заклей пластырь? Так, подождите, я уже забыл, какая кнопка заклеить дырку. Это время. Это плохо все, плохо пока. Мы вроде всех перемочили, да? Так, давай заберем тебе патроны лишние. Так, и тебя заберем. Тут прикольная вещь, можно забирать части, запчасти от оружия. Потом себе ставить, модифицировать. Так, ну я думаю, верстачок-то у них будет в любом случае. Потому что мне надо залатать. О, барабан. Здоров. А что так резко потемнело? Так, здесь у нас пусто. Выросла капуста. Так, что здесь? О! Запчасти, патроны. Вещи для крафта. Блин, какую же дырку заклеить пластырь? Пластырем. Это время. Я не помню. Это не то. О! Можно еще так стрелять даже, нифига себе. Ближний бой. Это бинокль. Блин, ребят, я не помню. Не, ну можно, по идее, снять. А, наверное, на G надо было нажать, да? Ой, их ни хрена. Что прям так? О, господи, прям такой недотрога. Есть что поесть там, сварить? Костер потушили. Ну, дровишки. Я, как видите, как первобытный. Я тут все изучаю, ребят. Мне интересно изучать. Мне нравится. Так, нам надо наверх подняться. О! Новый шлемак, да? О! Так, свет, свет, свет. Костер, лампочка. Ту-ту-ту. Это все хорошо, но нам бы сейчас найти станок крафтовый. И было вообще круто. А то мы так далеко не протянем. О, здоров. Что у тебя за ствол-то был? А, дробаш у тебя был, да? Сейчас запчасти заберем его. Тихо. Ага, так, 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 так. Опа! F5 сохранится.
Блин, карты нет, непривычно, ребят. Кто? Вон он полез куда-то. Попал? Попал. Иди сюда. Или положил, да. По-моему, когда идет двойное перекрестие, то это все он сложился, значит, окей. О, тихо. F5 сохранить. Просто тут можно упасть. Как делать нефиг. Ребят, есть снайперка. Давайте помимо... Не помимо, а вместо вот этой пневматики заберем снайперку. И заберем запчасти. Ну-ка. О, здорово. Офигенно. Вот это уже меняет расклад. Так, грибочек заберем. Ну-ка, мы сейчас попробуем. Сколько у меня патрон? Где эта птичка? Вот она. О, нифига тут задержка. Я не знал, что она прям так... О, вот это давай, иди сюда. Да ё... Понятно. В общем, короче, можно попасть, надо приловчиться. Просто я стреляю на упреждение, то есть... Птичка, она непонятно, вот так вот барахтается. Так. А что за хрень? Блин, автоматически нажмешь поменять. Как-то задержишь кнопку. Раз, и ствол уже поменялся. Думаешь, такой, где мой ствол-то, ёшкер, бабай-то. Хм. Так, а у нас вопросик изменился? Ага, мы пришли на территорию. Нам вообще на чужую территорию. И, в принципе, это просто такая локация. Скажем так, не по квесту. Я надеюсь, не разобью здесь. Спасибо, что нет. Окей. Но мы можем здесь поспать. Нет, мы здесь не можем поспать, потому что это все чужое. Окей. Так, тогда пойдемте по направлению... К вопросу, правильно мы туда нам идти? Тут еще мне дали, Катя дала задание найти мишку большого, ее игрушечку. Но я чувствую, что мы ее найдем, конечно. На верстак нам необходим, просто необходим, потому что у меня там что-то еще улучшение какое-то на шлемак. Или это противогаз? Я иду правильно вообще? Ага, я не в ту сторону иду. Кстати, сейчас темнеет, то, что здесь времена суток еще меняется. Просто вау! Просто здорово. Будем путешествовать, бродить, радоваться. Блин, прицел такой за это, чумазый. А, одень. А, да. Да блин! Одень скафандр! Все. Вспоминаю, просто ткнуть надо. А то я так задохнулся. Опа, я слышу. Опа, меня спалили, что ли? Или это не про меня речь? Что-то тут прям... Дозиметр зашкаливает, ребят. Пора, по-моему, отсюда валить. Отлично.
Откуда меня спалил он? Я так и не понял. Вот он меня увидел откуда-то. Откуда? Я хз, ребят. А, да, точно нам говорили, когда мы были вон на том кран, вон там кран, челик, крест, когда креста спасали, он говорил, вот здесь где депо, там типа опасные челики, сюда не суйся. Но мы же, как всегда, и не ищем легких путей, мы идем все по хардкору. Нет, не аптечек, ребят, ничего. О. Что там зачертило? Ну... Вот что там зачертило. Да ты меня не мог видеть. Вы никто меня не могли видеть, ребят. Меня видел только один чел. Если вы все сбежите сейчас вот именно вот сюда, то вы чипа. Какая чушь хела? Уже палево, где мой? А, круто, я калаш оставил там. Офигенно, ребят. Ладно, я думаю, если что, я потом заберу его. Давай накачаем тогда вот это. Пуколку эту. Тут даже не пройти, не проехать. Ну-ка. Нахер я пошел. Какие кирпичи прям в депе конкретно. Ой, я вижу, 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 вижу. Где моя снайперка? Ну давай, вылази, вылази. Мы сейчас вас потихонечку всех переложим. А, и вот он. Ёшкарла, он меня заметил. Отлично. Слушай, прям железку. Она даже не прострелилась. Прикиньте. Так, кто-то справа где-то. Что у него за поза? Как он бегает? Это сзади еще знаете что, ребят? А, бочки были справа. Вернее, не сзади. О, печально, печально. Надо попотеть. Что-то они слишком уж дикие. Диковины мне достались. Персонажки. Враги. Чё мне мыкает? Не нравится, что это, ребят, удержать Е. О, мы прямо отсюда. Ух ты, я попал уже разок в тебя. Так, а там? Отлично. Блин, гребаная сигнализация. Ну иди сюда. Ух ты, как это так, ребят? Я не понял, почему... Не простреливается. Или он урон получал? Или не получал урон? Что-то какой-то он читак. Сколько ему надо было всадить-то? Вроде попадал. Где эти баночки? Дайте, заберу запчасти. Кажись свежий. Братва, да! Тут жмур! Жмур. А, вон он, вон он. Здесь. А ты что держишь-то в руке? А, ствол держишь? Блин, он с одного выстрела не убивает снайперка. Ребят, вы видели? О-о-о! Отлично. Я не понимаю, то ли пули летят криво, то ли хрен знает что, то ли он бронированный, потому что он не с первого раза складывается в голову. Так, окей. Там еще один где-то в здании. Ага, здесь можно было бы вот пролезть. Круто! Споры, споры, споры. Так. Козлина, я тебе сейчас дам козлину. Где моя пуколка?
Петушара, ну-ну, и куча матов, пипи, иди сюда. Ну, капец, да он одет? Офигенно. Вот на нем одежды. Такой хоп-хоп-хоп, крадется прям. Да что ты там орешь, иди сюда. Я мог его застрелить, но я что-то решил на него посмотреть. Не, ну мы можем, конечно, сделать вот так вот. В ближнем бое. Сохранить. Тихо. Тихо. Ох ты, красавец, меня спалил, да? Хотел по-красивому сделать. Получится по-уродски. Братва, надо найти падлу эту, а то сама цена. Тебе сейчас покажу падлу. Смотри, что у меня есть. Помповая штука. Стреляет гвоздиками. Удрал. Представляете, ребят, удрал отсюда. Только стоит мне сделать... Опа, на втором этаже. Мне это нравится. Так долго крался и таких тумаков получил, да? Клешни клеток самцов покрыты толстым панцирем. Это панцирь можно пробить... Понятно. Так, а где я вообще? А, я сейчас его могу перевалить и не строить огород, да? Смотри, крадется прям. Вы посмотрите на его броню. Шмяк. Как каска красиво отлетает, да? Потом он там еще где-то кто-то должен быть. Нет? Отлично. Слушайте, снайперка хорошая вещь. Ну и калаш тоже должен быть иметь в доме. Каждый. Так, что, у меня грязный стол уже. Иди сюда. Подсказка вылезла. О том, что... Если грязный ствол, то... Она может заклинить. Так, ну пока, ребят, все... Пока все нормально. Я вот думаю... Да ладно, давайте побегаем. Ладно, так уж и быть. Возвращаем калаш себе. Что-то это залипло. Вот, калаш к себе вернули. Подожди. А, почему ты заменился ствол? А, тут можно так. То есть, в любом случае, на первый слот либо калаш, либо снайперка. Ну, тогда, конечно, снайперка. Аптечку надо, ребят. Тихо. Блин. Тихо, родной. Покуратней. Иди сюда. Он с калашом бегает. И это мне не нравится. Ох ты, ни хрена! Да, надо не с пистолетиком туда идти, а помощнее что-нибудь брать, потому что, ребят, а никто не хочет выходить. И патронов у меня вообще нету. Шесть револьвер. Господи, я на что-то еще наступил, да, блин? Я истинный снайпер, я истинный первопроходец. На что я мог так свалиться, я не понял. Где эта растяжка гребаная? А, вот растяжка. Да. Куда иду, чё смотрю? Окей. И вам не хворать. Так, заберем флешечку. Держите гранату, чтобы ее выбрать. Да я шатал ваши выборы. Так,
стяжками, ребят. Ну-ка, если я вот здесь вот смогу. Ага, нет, если я не смогу. Мы пойдем наверх. Может, там есть что наверху полезного, интересного. Капец, весь противогаз расколотый. Опа. О, еще одно что-то. Еще снайперочка. Да? Отлично. Да ты там не это, помолчи, пожалуйста. О, каска того челика была. О, он моя тень. Опа. Тихо. Иди сюда. Вообще не вижу, куда стреляю. Понятно, патроны кончились. Все отсвечивает. Верни мне ствол мой! Передержал. Через 5 минут. О, огурчики. Я что-то все заплесневело, ну да ладно. Круто, я потратил почти все патроны. Отлично. Слушай, вы долго тут спавниться собрались? Я уже устал тут ходить, пострашить. Так, это чел, который тут был. Где-то у тебя ствол еще должен быть. Еще там. Еще пулеметчик должен быть где-то. Где-то вот здесь вот, да? Так. Кроватка. Слушай, я бы не отказался бы это поспать. Умывальник надо выскочить. Офигенно, ребят. Силантий. Я не знаю, кто это такие, ребят. Но вот Катя и Настя, проклятие. В общем, ты, да ты слушали эту запись, кто бы ты ни был, если они живы, еще помоги. О. Надеемся нам больше, надеяться нам больше не на кого. Да, конечно, помогу, чел. Ты на верном пути. Угу. Как попаду на мост? Ух ты, я даже проход открыл. Чувак, не хворай. Настя и Катя у нас. Давайте грелку-то выключим. Так. Он где-то там шляется. Он один остался. Вот, вот здесь вагончики. Я такие варианты. Сдаюсь, блядь! Сдаешься? Правда, темно, ребят, никто ничего не видел. Ничего страшного. Я его ничего с ним не делал, я просто его усыпил. Так, ладно, пускай поспит. Все, мы зачистили эту локацию. Думаю, что за фигня. Теперь можно забрать. Чтобы предотвратить возможную беду, проверьте состояние пожарной безопасности. Понятно. Сейчас мы заберем отсюда все, весь подходящий, хороший, полезный схрон. И можно отсюда топать. Топать, топать, топать. И топать мы будем до ближайшего сна, наверное.
пожаловать. Добро пожаловать. Слушайте, а эти записки, ой, вернее, картинки, открытки находить. Все, пускай горит. Я же включил свет. Правда, от такого света толку вообще никакого, ребят. Так. Патроны, патроны. Еда, еда, еда. Еще снайперы. Патроны, патроны. Снайперы. Я огонь затушил. О, термос. Ха, забавный термос, ребят. Офигенно. Молодцы. Хорошо. Да, дай сюда, обратно. Хорошо передали атмосферу. Так, у нас еще и улучшение есть. О, пора, короче, ребят, в любом случае нам идти куда-нибудь, где мы можем поспать и улучшить оружие. Скрафтить аптечку, потому что без аптечки это самая фигня-фигнявская. Побольше их 5 штучек скрафтить, потому что максимум 5 помещается в наш сундук. Ух ты, запчасти. Каски такие. Так, темнота, друг молодежи. Окей. Офигенно, круто. Сейчас, я здесь открывал где-то выход, проход. О, по идее, вот здесь вот. Сейчас мы тебя еще облутаем. Эй! Что я взял? Типа автомат Томпсона. Я только заберу запчасти, все. И у тебя заберу запчасти. То, что вот это удерживание, это консольная тема, ребят. Это консольная тема. Ну все, мы почистили, зачистили эту локацию. Кстати, как она называлась? Депо, скорее всего, да. Только что-то мы ее зачистили. Непонятно. На карте она пока непонятно, как отметилась. А к знаку вопроса мы еще даже не подошли. Хм. Я вот и думаю. А, да, на карте отображается это как депо, ребята. Пойдемте тогда потихонечку дойдем до того места, куда нам надо. Может быть, там где-нибудь встретится нам станок, кровать, где мы можем поспать, потому что что-то это как-то не круто. Так, нам вон туда идти. Правильно? Угу. Правильно. По идее, вот туда, вот на ту сторону. Я вот не знаю, если я нырну, я вынырну с той стороны, просто потому что тут какое-то непонятное ныряние. Тут... Нет, я вообще с другой стороны вынырну. Окей, нам нужна тогда лодка. Ну это бред, ребят. А как же переплыть на ту сторону? Может быть здесь можно поглубже нырнуть, нет? Сейчас посмотрим. Нет. Не хочет он туда заныривать. Просто не хочет. А до туда доплыть это нам нужно. Ху-ху-ху. Самая ближайшая лодка у нас на той стороне. Вон, видите, прямо по курсу. Хм. Это плохо. Это плохо, плохо, плохо. Сейчас, кстати, уже стемнеет. Даже переночевать негде. Прям вообще тоска, печаль. Так, будем думать. Ну, а думать мы будем, ребят, уже, наверное, в следующей серии. Скорее всего. Да, мы можем вот так вот оплыть. Доплывем до вот этого вопросика и пойдем уже дальше за Мишкой, скорее всего, сходим. Решил я все-таки сплавать. Сейчас посмотрим, что у нас там будет впереди. Вот это сохранение, которое находится рядом с вопросом. Ну, видите, да, на карте? Ой, не то. Как увеличить? Вот домик такой зелененький. Вот туда я хочу.
Уберись карта отсюда, пожалуйста. Мне гребсти надо. А тем временем, посмотрите, ребят, с левой стороны просто упомрачительный закат. И бегут крабики. О, нет, 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 только не ты, у меня мало хп. Пошел вон, пошел вон. Я понимаю, тебе тяжело, но ты можешь как-то посильнее начать крутить веслами. Так, а сохранение у нас получается вот здесь, вот, вот в этом, где бандиты были. Нет. Давай дальше, дальше. А, вот домик слева. Точно. Я здесь уже был. Ага, здесь и лодочка есть. Давай, греби, греби. Ну? Отлично. Даже две лодочки. Все, выходим, выходим на берег. Быстро, быстро. Да в какой фонарь? Вылази давай. У меня уже плювок полетел. Так, где здесь можно поспать? Где-то вот здесь вот. Да, вот здесь вот. Вот здесь вот был верстак, по-моему. Потому что я здесь уже ходил, бродил. Или здесь не было верстака. Или я, ребят, что-то путаю. Сейчас посмотрим. Не, по-моему, где-то должно... А, нет, не здесь, вот. Вот здесь вот. По-моему, вот в этой комнатушке. Угу-гу. Круто. Я еще не туда приплыл. Нет. По-моему, я туда. Ребят, я уже здесь был. Надо только вспомнить. Сейчас посмотрю на карте. Ну, если домик нарисован, то, по идее, здесь... Я здесь был, здесь было два верующих чувака. Они тут рыбу ловили. Я случайно стрельнул, они испугались. А, вот здесь. Все, нашел. Так. Да, можно поспать. Да, все, вот здесь. Ну, и я думаю, ребят, мы увидимся с вами в следующем видосике по этой замечательной, великолепной игре. Я не сохранился. Что это за хрень была? Самая моментальная смерть. Мне еще понравилось, я как-то бежал, бежал, споткнулся с лестницы, нахрен умер. Это было на стриме. Тоже было забавно. В общем, увидимся в следующем видосике на канале Джонни Паппет. Не забудьте поделиться, написать комментарий, что вы думаете по этой игре. Также поставить лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А мы увидимся уже позже. Всем пока-пока.